Всем привет, ребята, вы на канале Дэн Плей. И сегодня мы играем в свою игру Бравл Старс. И сегодня я буду открывать ящики, ребята, да. Открою эти ящики в честь 1000 подписчиков, да. Открою эти ящики, да, я знаю, ребята. Карл выйдет через один день, ну, 14 часов. Ну, в пятницу вроде бы, это по идее в пятницу должен выйти, но я не знаю точно. Но я не хочу ждать, ребята, я такой, что ждать не буду. Потому что, как вы видите, у меня есть гемы, плюс я добью, думаю, сегодня уже где-то 160 гемов, и он стоит 59 гемов, так что я его куплю легко в магазине по акции за 59 гемов, у меня будет еще 100 гемов, так что, ну, я не хочу сейчас, ну, я хочу просто открыть, у меня нету идей для видеоролика, нет у меня идей просто, и я хочу просто провести это время с вами, пооткрывая ящики в Бравл Старс. Да, давайте пооткрываем сейчас. Вон у меня 4900 трофеев. Ну, как вы помните, мне в прошлом выпал Фрэнк. В прошлом открытии. И, в общем-то, еще мне тогда Пайпер выпала. Ну, после уже открытия вы этого не видели. Я просто ее открыл там. Ну, мне она выпала, в общем-то. Ну, именно... Так, дай потише что сделаю так. Ну, мне она выпала не в видеоролике, просто так играл. Да, у нас есть возможность поиграть за Карла, ребята, кстати. И я не знаю, но я, возможно, это сделаю сегодня. Хотя он не вышел, но на приватном сервере все можно. У меня там есть и легендарки, кроме Леона, и Ниты, прикиньте. Ну, я в общем-то, мне одноклассники там приватный сервер классный подогнали. И, в общем-то, может, сегодня и зайдем на него. Но я не знаю точно. Ну, если видео будет коротким, то, конечно же... Еще поиграем, может, на... О, три гемчика, спасибки. Спасибки вам. Так, еще будет 6 гемчиков, дайте нам. Буду открывать не сильно быстро, ребята, потому что, ну, вы как вы знаете, зачем быстро открывать. Так, давайте все, погнали. Это тебе, ну, вот так, давайте там. Один быстро, опа, пролистали. Фу, так, сейчас, подождите. Все, отлично. 70 золотишко. 40 у нас ящиков. Не, ну надежда выпадет что-то мало, очень слишком мало. Хотя бы что-то, чтобы выпало мне. Ой, я случайно зашел. Команда так покинута, ладно. Пожалуйста, ну дайте пэмочку. Гемчики это приятно, но я хочу бравлера. Пожалуйста. Давай, 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 погнали. 5 гемов, щедро, щедро, щедро. Суперсел щедро. Ну все, у меня уже есть на... Ну, чтобы было осталось ровно соточка, когда я куплю Карла. Так, давайте Биг Бокс откроем. И, пожалуйста. И, не повезло. И, кстати, в Биг Боксе не выпало дополнительных этих штучек всяких. Странненько. Так, давай, 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 давай. 3 гемчика. Но я скины, кстати, ребята, не собираюсь покупать. Но мне не кажется, что скины это не сильно важно в игре Бравл Старс. Так что я не хочу и покупать скины. 20 ящичков открывается. Давайте откроем биг ящик. Ну, биг бокс, в общем-то, да. Ну, короче, ничего, что мне не падает, в общем-то. Это так что-то все идет. А сколько у меня на шельке? Опа. Ребята, я скоро могу апнуть шели. Это реально классно. Это реально классно. Так, давайте, да. Ну, блин, ну, пожалуйста, ну, дайте. А сколько у меня шансов вообще там? Ай-яй-яй-яй. Чё же вот такие шансы-то? Что, у меня шансов нету? Ну, на легендарку посмотрите сколько. Ну, вообще же отлично. На легендарку отлично. На мифического нормально. На эпического-то должно же выпасть, блин. Ну, 17 ящиков, ну, алло. Давайте, давайте, давайте. Подгоните мне какого-то нового бравлера. Подгоните, пожалуйста. Я вас прошу. Да что такое, что я захожу все время? Ну, пожалуйста, суперсел. Опа, кстати, нам билеты вроде бы не падали. Это только первые билеты нам падают. Класс.
Обратно билетик. Нет, давайте уже гемы лучше, чем билеты. Обратно билеты. 7 ящиков. Ай-яй-яй, 3 билета. И джин! Джин падает! Ребята! Как будто, знаете, такой из баньки вышел. Классно! Я балдею. Не, я индеец. Так, ладно, давайте. Джин выпадает, ребята, прикиньте. Класс, 2 мифика. Ну, я надеялся хотя бы на пем. Ну, просто я реально рад. Помните, когда-то? Ну, в общем-то, когда-то настроение такое поднялось. Прям домашнего задания на, в общем-то, четверг. Ну, я сейчас в среду снимаю. Или как правильно там, да. В общем-то, так. Я снимаю, на четверг у меня уроков нету в школе. Да, ну, там только английский, немецкий, там такой география, это, в общем-то. Ну, это такое, да. И, в общем-то, мне падает джин в этот момент. Класс, ребята, просто супер просто, блин. Наконец-то. Даже напишу, пойду своему клану, клубу. Или не буду, не знаю, в общем-то. Да, короче, не надо. Зачем мне им писать там? Ух ты, джин выпал. Вот помните, когда обнова на джина вышла? Ну, в общем-то, я думал, может задонатить на джина. Да ладно, думаю, какие задонатить, что я вообще... Ну, в общем-то, ну, мне джин выпал. Вау, классно. И скоро Шелли прокачаю вообще. А если вдруг еще кто-то выпадет, я просто не заору, реально. Ну, джин это... Так, капец, как приятно, блин. Спасибо вам, суперсейл. Конечно, у меня не такая будет реакция уже, как на Фрэнка. Да, кстати, Фрэнка у меня была... Крутая, супер крутая реакция. Да, кстати, посмотрите этот видеоролик. Может, оставлю ссылку в описании, не знаю. Тот видеоролик, когда у меня выпал Фрэнк, у меня тогда реакция была чуть-чуть, конечно, такая... Знаете, я когда пересматривала, я просто смеялся своей реакцией. Но у меня реакция какая-то дурацкая была, реально. Спасибо вам, Суперсел, да, вот такая вот. Ну, это круто ж, блин. Ну, смотрите, какой джин, даже прокачать можем. Ха-ха-ха, Аладдинка, Аладдинчик. Ты мой. Да, как мой одноклассник говорил, ему тоже джин выпал. Ну, класс. Вообще суперско. Супер-супер-пупер. Не, я не буду на какой приватный заходить. Я, конечно же, пойду катать за джина. Катать за джина? Ну, конечно. Блин, какая-то карта дурацкая у нас тут. Ну, все или ничего, это не для джина никак не подходит. Это, понимаете, это как не знаю просто. Опа, мифик. Ух ты, классно. Я никогда за джина не играл. У друзей я тоже не играл за джина, кстати. Как он фармит вообще? Долго там? По 1000. Ну, в принципе, как у Пенни, прокачанной. Ну, у него, в принципе, такое быстрое... Опа, у меня даже, кстати, это тут... Энергетик сейчас выпьем, пойдем Леху убьем. Или Тару. Ну, в общем-то, Тара. Леха тут у нас какая-то. О, да. Ну, Леха. Ну, и, в общем-то, понятно. В общем-то, вы поняли, мне кажется. Кто у нас тут? Опа-па. Да иди сюда, пацан. О, я его зажал. Иди сюда, Аладдин тебя убьет. Ха-ха-ха. Ну, не Аладдин, а Джин вообще-то. Джин из Аладдина, да. Ну, вы поняли, я думаю. Не, ну супер, ребята. Я, кстати, думал, оставить на Карла же. Или же пойти на Джинни играть. Ой, и на Джинни играть вообще какой-то. Я думал, или же на Карла оставить боксы, или же открыть на видеоролике. Ну и я все-таки решил... Я могу ульту, но я ульту пока не хочу использовать. Я сейчас попробую выпить энергетик и присосать кого-то ультой. Да. Давай. Кто-то здесь есть вообще? Эй, иди сюда. Меня убили. Ай-яй-яй-яй. Ну, третье место, это плюс 6 на прокачанном джине. Класс, реально. Я просто реально... Мне нравится это событие, что мне выпал джин. Ура. Я, кстати, скоро могу Шелли уже прокачать до 9 ранга. У нее, кстати, классная пассивка. Мне нравится
Она подходит совершенно многим. И давайте, наверное, попробуем. Ну, многим, в общем-то, подходит она. Имена, ну, вы поняли. Там, ну, в общем-то, на ради за поимки она там притормаживает, там, замораживает игроков. Джин, это ж просто классный игрок. Классный перс. Не, ну, мне Тара больше нравилась, чем Джин, конечно же. Ну, мне Тара как-то больше нравилась прям. Но Джин мне прям халявный Джин. Ну, 48 боксов, ребята, что вы хотели? 48 боксов. А он мне выпал... Я на записи пересмотрю, ребята, я просто не помню. Я просто открываю бокс, я ни о чем не так не думаю. Там, понимаете? Я не понимаю, он мне выпал с какого бокса? Вот если вы внимательно смотрели, то напишите, или я, ну, посмотрю, а вам задание посмотреть. С какого ящика мне выпал Джин? С биг бокса или с какой? Ой, блин, Пайпер, не собирай! Тебя сейчас убьют, Пайпер! Пайпер, 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 молодец, Пайпер. Так, давайте, может, кого-то... Сейчас, кого бы сюда? Опа, иди сюда! А, ты чё? Я тебя хотел сюда в гости позвать, а ты не захотел. Ладно, твое дело. Блин, Пайпер, Пайпер, собирай, 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 осторожно, осторожно, Пайпер, Пайпер, Пайпер. Мы идем с тобой, мы идем с тобой, мы идем. Не, ну Джин это классно. Ой, блин, блин, блинский. Да задолбал ты этот, блин. Ай, осторожно, Шпайпер, Пайпер, Пайпер, Шпайпер. Осторожно, Шпайпер. Так, давай его подразни. Ой, блин. Да, Пэм, Пайпер, точнее, осторожно. Наша Пайпер и... Ой, и дает, что такое, что ж такое, блин. Что ж такое, чё оно... Я хочу так прям его прибацать сюда. Этого чувака. Да что ж такое, чё ж не получается-то ничего. Так, пацаны, главное не слиться. Не слиться, главное, а то, блин, сейчас сольемся еще. Давай, давай, мы можем от этого. Ой, хорошо, как хорошо. Вот это отлично прям. Прям отлично. Ай, блин, да что такое? Давай его убивай уже. Да убей ты вы его. Да убейте вы его. Ну вы издеваетесь, пацаны. Пацаны, издеваетесь, что ли? Идите сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Вон, получай. Иди сюда. Я ее убью сейчас. Во, все, хорош, пацан. Ну все, иди, пацан, там себе. В общем-то, отдыхай, пацан, свободный. Свое отработал, в общем-то. На тебе. Пацан хорош. Ну, Бо хорошо играет. Ну, Пайпер тоже, в принципе, нормально. Все, пацаны, отлично. Сыграли хорошо. В общем-то, отлично. Не, ну я так думал. Если бы не выпал бы никакой перс бы, тогда бы я пошел бы катать, скорее всего, на Джине. В общем-то, вы поняли, катать, в общем-то, на Джине, говорю. На Карле на приватном сервере. Да, но я не буду, потому что мне выпал Джин. Ну, в общем-то, вот так, ребята. Да, ребята, если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк. Или же, ну да. Поставьте лайк, я думал просто сыграть еще одну катку, но нет. Если хотите еще и по Бравл Старс видеороликов, так что ставьте лайк. И мне кажется, этот крутой подарок в честь 1000 подписчиков моего канала реально классный. Блин, Джин... Выпал мне новый перс, наконец-то! Наконец-то он это свершилось, блин, ребята, мне выпал новый перс. Не, ну мне выпал Фрэнк еще, ну, в принципе, недавно, если бы так говорить бы, да. Ну, где-то 3 недели вроде назад, и Пайпер через день, ну, конечно же... Не, ну Пэм что-то мне не выпало, я думал, что сегодня Пэм выпадет, ну, скорее всего, так догадывался. А если бы Лего выпало, то бы просто было бы. Просто была бы чума какая-то. Так, ладно, давайте попробуем, кстати, какие у нас шансы сейчас. Ой, шансы понизились, блин. Да, шансы понизились. Ну ладно, ничего страшного, ребята. Все, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!